Приветствую вас. Сядьте прямо, руки-ноги не скрещены, спина прямая. Также вы можете стоять во время медитации. Сделайте глубокий вдох и, прикрыв глаза, погрузитесь внутрь. Всем своим вниманием ощущайте внутреннее пространство. Даже прикрыв глаза, вы все равно остаетесь. Вы чувствуете, вы проживаете какие-то эмоции. Возможно, в теле чувствуете какое-то напряжение. Думаете, присутствуете. Разверните свое внимание из внешнего мира на внутренний. Сделайте глубокий вдох через нос. И выдох со звуком раскрыты губы, челюсть расслаблена. Еще один глубокий вдох. И выдох со звуком. Это дыхание будет с нами на протяжении всего процесса. Я прошу вас дышать легко, свободно и отпускать все, что будет ваше внимание, что будет вашей энергией для того, чтобы освободить себя, сбалансировать, прийти в состояние равновесия и целостного восприятия. Еще один глубокий вдох. Освобождайте своего пространства всего, что ему сейчас не принадлежит. Мысли, планы, все, что вас отвлекало вчера и приходит сейчас, вы можете отпустить и побыть немного с самим собой наедине в этом пространстве. Продолжайте дышать и следуйте моему голосу. Представьте, как ваш ум — это воздушный шарик. Он вытягивает всю вашу спину, позвонок за позвонком, тянет вверх, стремится ввысь. Много легкости, свежести, пространства внутри. С каждым вдохом и выдохом отпускайте все, что приходит. Отпускайте тяжесть, мысли, напряжение. Пусть воздушный шарик станет легким, стремится ввысь, может быть, даже раскачивает ваше тело. Выдыхайте все напряжение, выдыхайте вчерашний день, выдыхайте мысли о будущем, будьте здесь и сейчас. Пусть они как воздух в воздушном шарике. Появляется дырочка, и воздух выходит. Пусть они, как вот этот воздух выходящий, выходит из вашего пространства. И вовремя заклеивайте эти дырочки, когда почувствуете свежесть, чистоту, проветренность головы. Постепенно мы будем спускаться по нашему телу, наполнять его вниманием, присутствием, энергией. Почувствуйте свое лицо, глаза, мышцы глаз. Почувствуйте волосяной покров, затылок, уши, внутреннее ухо. Почувствуйте челюсть, расслабьте, отпустите ее. Пусть ваш лоб распрямится, расслабится. Спуститесь своим вниманием по задней поверхности шеи. Почувствуйте позвонки шеи. Опустилась ли она обратно в положение привычное, либо все же голова своей легкостью ее тянет вверх.
Отследите этот момент. Почувствуйте переднюю часть шеи, щитовидную железу, позвоночник, каждый позвонок. Спуститесь вниманием к ключицам, плечи, сколько груза и ответственности они несут, эмоционального. Отпустите с выдохом все, что есть на плечах. Прощайтесь с этим. Дайте себе свободу, ощущение легкости. Расправьте плечи. Можете потянуться, расправить их, повернув плечами назад. И постепенно почувствуйте сустав плечевой. Почувствуйте правую руку, локоть, запястье, каждый пальчик. Почувствуйте левую руку, локоть, запястье, каждый пальчик. Почувствуйте две руки и представьте, что ваши кости – это макаронки сваренные. Они так свисают, спускаются, все напряжение выходит, энергия течет в руках свободно и легко. Почувствуйте грудную клетку, можете сплыть вниманием по всей своей грудной клетке. Почувствуйте легкие, сердце, которое обнимает вас, легкие, которые его окружают. Почувствуйте позвоночник. Спину, поясницу. Почувствуйте все внутренние органы. Спуститесь с вниманием вниз живота. Почувствуйте свои бедра, ягодицы, половые органы. Какие там эмоции и состояния? Не оценивайте, просто следите это, станьте свидетелем. Спуститесь вниманием по своей правой ноге. Пусть она стечет с легкостью в потоке. Коснитесь каждого пальчика на стопе. Спуститесь вниманием в левую ногу. Продолжайте дышать, помните о дыхании. Если возникают какие-то неприятные состояния, чувства, ощущения, выдыхайте их. Коснитесь своим вниманием каждого пальчика на левой стопе. Сейчас ваше внимание находится во всем вашем теле. Вы наполняете себя полностью. Там, где внимание, там наша энергия. И сейчас мы полностью присутствуем в своем теле. Если где-то есть еще какие-то моменты напряжения, неприятных ощущений, дискомфорта, выдохните все это. Если вы впервые делаете медитацию и дышите, будьте к себе внимательны, не форсируйте дыхание. Если чувствуете перенапряжение, можете замедлить, либо как-то подстроить дыхание под свой процесс. Будьте в этом интуитивны. Почувствуйте центр своего тела, ваше сердце. В вашем сердце можете визуализировать, представить, почувствовать маленькую точку. Эта точка – это связь вашей души с вашим телом. В
Вдохните ее, расширьте эту маленькую звездочку на все ваше сердце. И с выдохом дайте этому свету заполнить всю грудную клетку. Расширьте этот свет. И на выдохе дайте заполнить этому свету ваши руки и ноги. Еще один вдох. Направьте этот свет в свою голову. Расслабьте ее, освободите. Пусть этот свет выступает через вашу кожу, через ваши поры. Светитесь. Сделайте глубокий вдох. Выдохом направьте энергию своего сердца в сердце Матери Земли. Заземлите свой свет на этой земле. Почувствуйте, как вы проходите все слоя Земли, постепенно погружаясь в ее центр. Мы люди, рожденные на этой земле. Мы души, божественные души, пришедшие в это тело для получения опыта. Сейчас, когда вы соединились, почувствовали центр, ядро Земли, вы можете расслабиться и отдаться потоку. Земля – наша мама, мать нашего тела, она нас любит. Вы можете почувствовать, как она возвращает в ваше сердце большое, безграничное количество любви. Эта волна накрывает тело, подносит вас, поднимает на более высокие вибрации вместе с Землей. Она питает вас и заряжает. Эта энергия попадает прямо в ваше сердце. Я рада идти по этому пути. Я рада жить на этой земле, быть в этом теле. Я рада реализовывать себя и свои предназначения в этом теле. Я рада миру подарить тот свет, который есть во мне. Почувствуйте все намерения, которые есть в вашем сердце. Произнесите их про себя либо вслух. Пусть это станет вашей внутренней молитвой, вашей внутренней песней. Если остается в теле какое-то напряжение, выдыхайте его и отдавайтесь этому потоку. Пусть он проходит через вас, исцеляет все эти места, освобождает. Благодаря поддержке Матери Земли мы можем быть сильнее, увереннее в себе, стабильнее, сбалансированнее и найти этот самый внутренний баланс между внутренним и внешним, проявлять себя, свои таланты, таланты своей души, ее энергию через тело, проводить энергию на землю с поддержкой, с принятием. Почувствуйте, как свет вашего сердца поддерживаем энергией земли. Вы можете еще более глубоко вдохнуть, с выдохом расправить свои крылья, направить свет души во все аспекты своей жизни, раскрыть его, расширить. На весь этот город, в котором вы живете, на все пространство вокруг вас, за пределы выйти этого города, этой земли. Почувствуйте, что ваш свет может быть безграничен. Вы сами являетесь тем человеком, который поставит эти рамки и ограничения на свой свет. Почувствуйте, как эта медитация, эта энергия, эти изменения могут стать базисом, фундаментом для внутренней работы, для исследования себя, для балансировки. Отметьте, как сейчас вы чувствуете себя, как состояние ваше поменялось. Отметьте все состояния, эмоции, все то, что родилось в этом пространстве. Я желаю вам изобильной
проявленной жизни, в счастье, в гармонии с собой и с окружающим миром. Пусть ваш путь будет из сердца. Намасте.